Подписываюсь. На некоторые вопросы не отвечаю. Отвечаю на те, которые я считаю нужными. Зачем мне динозавр? Ой. Возможно, да. Саня, спасибо. Приятно. Да, динозавр. Видно его. Не по значению используется, наверное. Раз он динозавр. Спасибо. Как приятно. Сейчас бы такое настоящее, только корзину цветов. Большое спасибо. Хочется, да, настоящих как бы цветочков. Давно не дарили. Так приятно. Добрый день, добрый день. Благодарю. Мне безумно приятна поддержка. Самой себя порадовать. Спасибо. Я прям безумно рада.
Краснодаре. К сожалению, я не в Краснодаре. Адрес, будут цветы. Хорошо. Я пришлю в личку после эфира. Почему не говорю адрес? Ну хотя да, наверное, здесь лучше не говорить адрес. Вдруг какой-то маньяк, да? Нет, я никому не собираюсь говорить. Волгоградская область. Это все, что я могу сказать. С Волгоградской области. Макс, можно сказать? Не знаю. Можно или нельзя, посмотрим. Хочется цветочки, хочется ремонт. Мой господин. Нет, не мой господин. Господина нет. Да, есть ребенок. Есть. Нет, двое детей. Да, я в разводе. Но если вы мне оплатите дорогу, то я приеду в Санкт-Петербург. Волгоградская область работает. Интересно, с кем? Можно ей говорить?